И опять он, сука, выходит и пиздошит по прямой. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Need for Speed Shift 2. В общем, ребят, прямо сейчас на ваших экранах Ford Escort, который я купил и только что сделал под дрифт. А, не то чтобы я недоволен 350Z был, просто так, ну, как бы, я занизил мощность, потому что там был, ну, прям вообще пиздец какой-то. И что-то как-то, ну, давайте что-нибудь новенькое пробовать. Бабки есть, 878 тысяч у меня еще и осталось после того, как я только что сделал этот Ford, поэтому, ребят, встречайте, новая тачка для дрифта, посмотрим просто, что вообще и как. Ну, мне кажется, это довольно, ну, как бы, необычно. Вы же знаете, я при прохождении всяких интересных игр гоночных люблю брать машины как раз-таки интересные, а не те, которые читер или еще что-то. Поэтому Ford Escort для дрифта, мне кажется, звучит хайпово. Поэтому прямо сейчас, друзья, мы немножко нестандартным способом начнем эту серию, потому что обычно я дрифтую в конце, а сначала гоняю. А тут я предлагаю немножко поменять порядок. Поэтому, ребят, давайте тестировать. Честно вам скажу, еще не выезжал. Получилось у нас B-класс 1130. У нас получилось 467 сил. А, и 713 килограмм веса. Это на самом деле полный пиздец. И как бы при этом вот турбинка, где она тут? Турбинка же не тут. Турбинка, вот, я поставил как бы... И то, мне кажется, можно на самом деле вот эту. Давайте я даже сразу. Мне кажется, это опять будет переизбыток мощности. Вот 426 лошадей на 730 килограмм... Ой, 730... 713 килограмм веса, вы прикиньте? Просто ни о чем вообще. 713 килограмм тачка весит. И при этом 426 коней. Поэтому я думаю, что будет нормально вот так вот. Ребят, начинаем с дрифта. Плюс сегодня нас ждет весьма важный чемпионатик. Сейчас вам покажу в классике последний, который называется «Мастера старой школы». И тут мы будем выступать уже на супре, который я немножко тоже подделаю. И как раз-таки, кстати, займусь немножко видоизменением кокпита, потому что почитал ваши комментарии. Ну, как бы, действительно, тачка уже получается гоночная, а салон от стандартной машины, ну, как бы, такое. Поэтому, пацаны, все, начинаем. Куда я вышел-то? Все, уже хотел ливнуть из игры. Так, дрифт. Значит, у нас теперь тут что следующее? Турнир Лиги Полупрофи. Ясненько. Ну что, Форд, не подведи, пожалуйста. Я очень надеюсь, что, как бы... То есть, вы понимаете, да, это как бы такой шаг сейчас был. Не знаю. Не знаю вообще сейчас, что ожидать. Фух. Сейчас очень много различных факторов. Что сейчас было там? Кто-то стоял вот так вот, что ли? Мне показалось, как чайка. Так, ну что, девочки наготове. Мальчики наготове. Булкин наготове. Праворуки еще. О, ясно. Ну хорошо, пробуем. Итак, ребят, как думаете, получится что-нибудь сейчас так? Ой, ебать, он лютый, он просто лютейший. Так, ну-ка, как он будет контролиться? Пацаны, вы помните, да, я далеко не профи в дрифтинге в шифте втором, потому что к этой физике просто нужно немножечко как бы привыкнуть и... Бля, кстати, ничего так, 180 боком, блядь! Ну, правда, угла не дал особо, но на четвертый идет хорошо. Бля, пацаны, я, конечно, ничего не хочу говорить, но... На маленьком угле... Ебать, она хуярит просто такая, знаете, сказала, я поехала, блядь. И она едет. Слушайте, ну я понимаю, что здесь как бы трасса, знаете, для начала... Так, тихо. Трасса такая для начала изи, как бы, овал, да, то есть по сути. Но мне нравится. Она хоть и лютейшая, как 350Z, мне такое ощущение, что она намного лучше контролится боком, нежели 350Z. На четвертый... Ой, блядь, это была ошибка. Ладно, переборщил немножко. Ух! Слушайте, вот это лютейшее, вот это фордик, блядь, вот это 700 кило, блядь. На пятый можешь попробовать, а то я в отсечку долблюсь. Так, тихо, вообще надо попробовать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, у меня еще два круга, то, что я 800 очков наберу, это точно? Че, на пятый попробуем? Ебать, она не цепляется вообще. А, пятый нету. Ебать, я на максималке иду просто, то есть, грубо говоря, у нее... Пацаны, ну это нормальная тема, это прям... Мне нравится, это необычно, и ебашит она хорошо. Посмотрим, как это будет, конечно. Вот так, по внешечке, по вне... Ебать! Скосарь очков! На барабане буква! F! Какая F? Форд, блядь! Ну-ка. Ай, все, запорол. Слушайте, я, конечно, не подстрекатель, но... А, это четвертый круг! Если бы я нормально навалил каждый, ну, как бы, вот этот... Полуовал, то я бы, возможно, даже... Пацаны, 2000 очков набрал здесь. Реально вам отвечаю, потому что она просто идеально идет. На маленьком угле и в стену. Не-не-не, в стену не надо. Хорошо, малышка, хорошо, мне нравится, реально. Так. Давай. Тихо. А,
Ну почему так надо было заканчивать всего? Ладно, все, финишируем. Немножко пизданулся. Ну как, на самом деле, не немножко, сильно. Слушайте, Форд прям заебись, реально. Мне понравилось. Так, ладно, это всего лишь был просто по овалу. Сейчас мы более чему-то жесткому перейдем. О, Токио Докс Дрифт. Ой, как я потею. Не, вот понимаете, физика в Shift 2 это та вещь, которой просто надо привыкнуть, ну, сказать, что все, она есть. И как бы особенно, когда ты играешь как бы в нормальные игры с нормальной физикой, типа там вот у вас эту курсу я недавно играл и прочее, да, вообще любое. И пытаешься дрифтить, потом в шифте втором надо просто понимать, что это действительно как бы немножко другая история. Слушайте, эта машина дает мне делать перекладки, это мне нравится. Бля, можно четвертую въебать и все, просто на четвертую все проходить. Ну-ка, за одну дугу пройду это. Блять. Я думал, уебусь вообще в контейнере. За одну дугу я вряд ли, это киззевол. Правда, это был не киззевол, у меня аж по черно-белый экран стал. Так, хороший угол-то какой. Бля, когда я еще смотрю на подсчет очков, меня так раздражает, сука. Я вообще не понимаю, как он ведется. Он ведется чисто рандомно. Я могу... Меня может по прямой занести, мне засчитают, блядь, победу. А когда я нормально прохожу повороты... Бля, перекладку в этой игре практически нереально делать. Мне даже стыдно, знаете, немножко, как я дрифчу в этой игре, потому что... Надеюсь, вы мне поверите, что это... Ладно, у меня просто нет скилла в Shift 2. Что, на третий? Попробуем. Ебать, ну... Такое, блядь, такое! Не, все-таки меня, конечно, дрифт раздражает в этой игре, потому что он такой... 782 очка мне надо набрать здесь. И это первый круг из трех... По-моему, мне пизда. Это как бы сейчас надо реально сосредоточиться. Так, допустим, допустим. Просто, понимаете, перекладка в этой игре это дело такое, как бы. Дело случая. Не, в одну дугу не успею, да? А-а-а, блядь! Чуть-чуть, блядь, немножко другой этот и получилось бы, кстати. Ой, хороша. Так, перекладка получится? Ну такое, блядь. Конечно. Угу, все нормально, все прекрасно. Все хорошо, отлично. Так. Перекладка. Ну, вот только таким образом, понимаете, максимально аккуратным, потому что физика этой игры отправит меня прямиком нахуй, реально, если я сделаю перекладку немножко по-другому. Может, четвертую? Похуй, четвертая. Просто газ жму так, чтобы, знаете. И то перекручу. Не, ну мощности ей все равно, конечно, многовато, наверное, но... Так, вот теперь есть шанс набрать эти самые 200 с чем-то очков, чтобы в итоге попасть на первую строчку. Итак, друзья, пробуем. Пробуем. Ага, хорошо. Не, ну выглядит это, конечно, такое. Ух! Так, тихо, нет, тут третья, тут третья. Пизда мне! Да что я рассчитывал, никто не знает. Просто надо было расслабиться и сделать так вот, как в два захода. В этой игре не нужно торопиться вообще ни с чем. Так, третье. Прикинь, сейчас не наберу на первое место в итоге. Ну, слушайте, о, перекладка! Нет, показалось, показалось. Это Shift 2, какая перекладка? Так. Ну-ка, все-таки перекладка, может быть? Опа. И перекладка... Блядь, да когда ж перекладываться тут? Рассчитать что надо? Ну, выглядит, конечно, крайне, да, так себе. И тут, как бы, я вам отвечаю, это реально просто... Я не знаю, сколько нужно в эту игру играть, чтобы привыкнуть к физике дрифта здесь. Так, ну что, первое место будет? Ну, практически. А, о, все, 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 все. Теперь я просто еду на финиш, реально. Мне больше ничего не надо. Я лишний раз лучше не буду ни газ нажимать, ни рулем дергать. Все, Фордик, красавчик, реально, отработал как бы как мог. Фух, так, ладно, идем дальше. Ух, ё-моё. Так, пацаны, все, сейчас надо это. Нет времени для расслабончика, реально, тут как бы все серьезно. Фух, а почему этот ничего не говорит? Он же обычно мне там, этот, инструктор мой, инструктирует мне там, типа, абсолютно охуенно там вот это вот, то, что он там постоянно говорит. Ладно, все, пот уже немножко капает. Так, здесь будет сложно, сразу скажу. Но я попробую. Так, на третью. Тут пошире, пошире. Переборщил, ладно, переборщил. Ну, переборщил, хорошо, соглашусь, переборщил. Тут вообще вот этот подсчет рандомный очков. Бля, как грязно, да?
Прям как будто, блядь, в душе не был две недели. Так, вторая. Ага. Ну, почти, давай. Ой-ой-ой, почти, блин, близковато, все хорошо. Так, нет, все-таки третья. Третья. Ага. Ну, что-то типа того, что-то типа... Мне нравится... А, два круга, ё-моё. Так, ну что-то пытаюсь, что-то, знаете, вот... Самое страшное, когда... Не, хотя к этой физике невозможно привыкнуть реально, так, чтобы потом в других играх у тебя не получалось. Как бы в других играх ты понимаешь, ты делаешь просто как в реальной жизни. Здесь нужно просто как бы понять... Я это уже говорил несколько раз, что это, блядь, Shift 2, и здесь свои законы дрифтинга. Не знаю, реально, серьезно. Неужели можно действительно хорошо научиться дрифтить в этой игре? Самый вопрос, нахуя, если это не соответствует реализму? Ебать, я распсиховался просто. Ебать, страшно! Бах! Я просто лишних движений не стал делать, потому что иначе бы хуже было. О, в тройке лучших уже! В двойке лучших! Перекладка! Вау, бля, нихуя! Перекладка еще одна? Нихуя, Санек разошелся! Оу! Что-то получаться начало. Кстати, я первый. Смотрите, пацаны, нет, тут все-таки. Если приноровиться, то. Так, ага. Тихо. Давай, давай. Угу. Ну, это так. Бывает. Иногда бывает такое. Так, первое. Вторая. Третья. Вообще похуй, с какой передачи трогаться. Можно, в принципе, четвертую сразу поставить, она будет все равно в шлейфе идти. Как мне, вот почему от каждого маленького даже прикосновения черно-белое все в глазах сразу? Чтобы я наверняка понял, что я уебался или что? Блять, сейчас реально не дает до финиша, вот это будет реально смешно. Так, 440-й. Не, я могу уже расслабиться, но хочется как-то, знаете, попрактиковаться все-таки. Бля, почему руль себя ведет вообще? Блин, почему они это придумали вообще? Блять, ну как вот, почему ее так выпрямляет? Да. Бля, ебанутая машина, ебанутая игра. Приехал я, Санек, такой, на финиш. Все, можно, это последний этап. Можно поменьше реально дрифта в этой игре. Все? Турнир Лиги Полупрофи теперь за мной. Отлично, какая радость. Так, все, пацаны, теперь мы делаем следующее. Гараж. Улучшение. Нет, стоп. Мои машины. Мои машины. Тойота. Малышка моя. Так, выбрать. Значит, улучшение. Значит, что мы делаем? Ну давайте поставим уже побольше турбинку. Так, и, конечно же... Так, это у нас не то. Облегчение для соревнований. И подготовка салона для соревнований, пацаны. Вот оно. А, подождите, а что у нас там для гоночных трасс? Давайте для гоночных трасс. Давайте все-таки... Ну, я не люблю, когда совсем жесткий кокпит. Все, вот теперь... И закись азота, конечно. Вот она, малышка, готова. Так, и еще внешний оплик, диски все-таки, которые мне тогда не поставили. Хотя бы что-нибудь другое можно поставить? Какого они есть? 18-го? Давайте вот эти возьму. Все, поставил. Так, пацаны, сейчас серьезная битва, потому что классика, и как я уже сказал, мастера старой школы. 4 этапа жестких, фух, потных, но я постараюсь справиться. Так, Моторспорт, арена, охер... Так, все, надо Липтона, пацаны, Липтона глотнуть. А при чем тут, блядь, АЕ-86? Ладно. Пацаны, а чё все на супрах-то? Я не понял, это типа нормально, да? Опа, поехали, пацаны. Так. Ух, какая бодрая супра-то стала. Так, ребят, я максимально... Ага, торможу, блин, тормозов что-то перестало хватать уже. Так. Аккуратно, третья передача. Фух, пацаны, это реально будет потно, вы понимаете, да? Это как бы заключительная черта в этом этапе. И здесь, конечно, сейчас меня ждет полный пиздец и большая конкуренция. Блин, я эту трассу-то не знаю толком. Подождите. Так, у меня еще есть закись, надо не забывать про это. Пока я ее, конечно, юзать не буду. Так, вторая. Какой руль тяжелый стал, а какой-то, блин. Так. Слушай, ну по мощности она прям хороша, да? Турбокит, блядь, дал о себе знать.
Блин, я реально не понимаю пока, как эти повороты проходить. Четвертый еду, если что. Хреновенько, блин. Так, аккуратно. Четвертое. Слушайте, они вообще жесткие, смотрите, они даже не оттормаживают с толком в поворотах. Я хотел конкуренцию, я ее получил, блин. Так, вторая. Ага, аккуратно, аккуратно, газом работаю. Траектория, конечно, крайне хуевая. Так, закись азота немножечко подрублю. Все, больше не буду тратить. Мало ли мне надо еще понадобится. Так. Фух, так, торможу. Торможу, блин. Какашка прям. Вот куда я смотрел в поворот, блядь, входить. Именно туда какашка прилетела. Слушайте, эти пацаны вообще нифига не легкие, если что. По-моему, здесь. Блядь. Саня, соберись, блин! Соберись, Санек! Вообще не дело что-то. Так. Оу, на третий жопку-то сносит. Вторая. Так, ребят, сейчас я все сделаю. Оу! Третья. Так, на третий иду. Вхожу на третий. Хорошо. Ага. Бля, ебать, у меня еблоще сосредоточено. Вот это уже начинаются реальные гонки, пацаны. То, чего мы ждали. Тут как бы уже бесшуточная борьба. Что, бесшуточная? Может, не шуточная? Так, вторая. Ага. Понимаете, я в каждый реально сейчас... Так, все. Тишина. Так, что там сзади? Ага, понял. Ладно, закись. Немножко закиси. Торможу. Передачами скидываю. Так, хорошо, нормально. Блин, я его вообще не догоняю, понимаете? Супру эту. Ебать, я четвертый, не третий. Я четвертый. Я, кажется, понимаю, в чем фишка на самом деле. Потому что я как бы ворвался в класс Б. Но при этом тачка у меня как бы не тюненная по максимуму для класса Б. И соперники, возможно, тут... Ну, блин, от этого-то интерес тоже, с одной стороны. А в чем интерес, проебывать? Такое. Ребят, ну я пока не сдаюсь. Во-первых, как бы, все-таки вероятность того, что кто-то из них ошибиться может, есть. Потому что в Shift 2 такая херня присутствует. Как бы реально тут пацаны могут налажать, вылететь куда-нибудь. Фух, 100% траектория, кстати. Ну я, понимаете, я держу примерно одинаковую дистанцию. Даже он от меня уходит, блин. Закись азота. Мощности там точно у них больше, у этих пацанов. Бля, это будет потненько, реально. Только с закисью, смотрите, я что-то пытаюсь. Так, надо тормозить сейчас. Вот, видите, я его догоняю только тогда, блин. Потому что он без закиси так едет. Пиздец. Вся надежда на закись азота, блядь. Хочешь хотя бы третью позицию занять так-то? Ебать, я сосредоточен. Самая потная гонка пока, без шуток. Ну, то есть она как бы не напряженная. Просто я еду четвертый, не могу нихуя, блядь, сделать, чтобы ехать третьим. Я не знаю, что я сейчас хотел сделать, поэтому я оставлю это без комментариев. Бля, ну что-то делать реально, на самом деле. Закись ебаная, давай! Давай, блядь! Я не знаю, как вырвать у него победу, блядь! Ну, точнее, третье место. Все, запорол, блядь, траекторию. Сейчас он от меня уйдет. Сука! Да, блядь, ну все, пизда! Я четвертый, блядь! Если нихуя не случится, а нихуя не случится, я знаю уже это. Как назло, блядь. Видите, какая агрессия пошла? Я уже боком, блядь, прохожу повороты. Все, ошибки пошли. Ошибки молодости, блядь, пошли! Нихуя не догоню, блядь, надо как раскочегаривать мотор. А чё то, что я четвертый, как бы... Я же очень надеюсь, что это не скилл все-таки. Я надеюсь, что реально я попал в Б-класс, как бы, и они просто меня ебут, потому что у них тачки вообще пиздец там. Максимально на Б-класс раскачаны. Я-то просто вписался в эту компашку чисто. Ребят, я четвертый. Ну, как бы, зато я уверенно держал эту позицию все почти круги. Пиздец. Даже, понимаете, в итоге он реально проехал... Уехал от меня еще дальше. Все хуево, да, все очень.
Все очень плохо или что? Четвертое место не годится вообще? Или что, как в этой игре это работает? Блять, я что, теперь не могу? Блять, серьезно, что ли? Чего? Я теперь должен заново это все проходить, что ли? Ребят. А, я получу же этот, АЕ-86. Вот что он мне сказал про АЕ-86. Это там чувачок, блядь, на первом месте, который сейчас, блядь, вот это я, конечно... Ой, ладно, ладно, пацаны, я хотел риска, я получил сосиску, поэтому... Я буду пытаться, ребят, я буду пытаться. Три круга, ебать каких больших. Бля, первый раз на этой трассе, если чё. Фу-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 
Супра что-то косячит. Бля, ебать там на самом деле это АЕ-86 хуярит. Уверенно. Да. Единственный мой шанс это никого не пускать, держать эту третью позицию. Но я так понимаю, что в общем чемпионате я должен как, выиграть первое место, да, занять? То есть сейчас я типа вообще в никуда просто гоняю, или чё? Бля, это жестко. Бля, тут можно... Вот тут, кстати, можно их нормально это нагнуть. Они тут прям оттормаживаются, пиздец, хотя можно на большей скорости сюда залетать. Так, подождите, ребят, конкуренция продолжается. Вы понимаете, да, насколько неравная битва? Потому что как бы реально... Ладно, похуй, закись азота, чтобы погнать. Так, вторая позиция. Конечно, первое, то, что этап я на четвертом месте, это как бы такое себе... Ох, ебать. Чувачок! А мы тут по-нашему гоняем, блядь! Чисто экстрим. Смотрите, что творит, а? Просто улетает от меня, блядь. Просто улетает. Я могу, конечно, его либо не пускать, либо еще что-нибудь, но пока не буду, ладно, агрессировать никак. Он просто уезжает, блядь. Он под 300 едет. Ну не под 300, 260 где-то точно идет. Так. Сейчас, надо изучить все полностью. Где можно... Так, здесь не получится у меня сокращать никак. Ага. Ну, как бы... Ой-ой-ой, вот понял, все-все-все, понял. Так, ладно, у меня есть шанс, где его обогнать можно. Эту супру мы просто не пускаем. Бля, трасса прикольная. Можно где-то щитерить, но это очень будет рискованно, вы понимаете, да? Они вот эти апексы, хуяпексы, очень плохо проходят. Так, ладно, ребят. Я должен его обогнать. В этой гонке у меня реально есть шансы за счет трассы. Потому что я буду рисковать. Надеюсь, у меня получится все. Так, все, сейчас смотрите, я что делаю. Я сейчас немножко закиси подъебываю, чтобы просто хотя бы с ним сравняться. Ну, не сравняться, а ехать примерно как он. Так. Ну, по крайней мере, он не должен сейчас уезжать от меня. Так, вот этот поворот. Он тормозит. Ага. Хорошо, 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 так. Смотрите, то есть он прям реально там оттормаживается жестко. Ну напрямике он хуярит. Так, сейчас я пока еще раз все разведаю. Значит, мне нужно будет на следующем повороте уже... Ой, на следующем круге его уже пытаться как-то обогнать. Так. Пиздец, да? Вот это я, блядь, нарвался на приключение, блядь. Просто реально. Ну, пусть уезжает, пусть уезжает. Все, главное сейчас третий круг. Просто потом он меня также может обогнать легко. Можно, конечно, ему какой-нибудь немножко нечестно сыграть. Так, все, смотрите, сейчас мы идем. Куда? На третий круг. Ага, какой план? План хороший. План капкан. Ладно, похуй, похуй, похуй. Это не то, что мне нужно. Фу, блядь, на каком его... Так, сейчас будет что-то жесткое, ребят. Вы понимаете, да? Ага. Так, ну допустим, пусть отрывается. Хотя... Блин, или нет, азот мне понадобится, когда он будет со мной сравниваться, да? То есть мне сейчас нужно его вот в этих хуйнях, короче... Пытаться сделать. Все, ребят, пожелайте мне удачи, реально, поддержите лайком.
Так. Фу, блядь. Хорошо, хорошо, пошел! Пошел, 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 пошел! Сейчас азота въебу. Азот! Давай! Хорошо, давай, 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 идем! Отпускаю. Хуёво прошел, ну похуй. А где он? А где он? Чего? А что с ним случилось, блин? А что с ним случилось? Блять, я проебал этот момент. Надо будет на мини-карту посмотреть. Он что, уебался где-то, что ли? Бля, вот это гоночки прямо от души, пацаны. Это то, что надо, реально. Это прям хорошо. Так, а сколько этапов? 3 или 4? Я забыл. Ебать. Фу. Так, ребят. Вообще сейчас, вообще расслабляться просто нельзя. Так, я первый стартую. Значит, его сейчас сразу блочим, чтобы он просто... И пытаемся изучить трассу, дальше его просто не пускать. Азот есть, который реально помогает в таких моментах. Но надо понимать, что он может кончиться. Так, давай, Супра, ты сможешь, реально. Ха-ха, вы! Я его не толкнул при этом, я просто ему сказал, не, чувачок, не твой день. Бля, у меня руль начал откручиваться. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, учим, учим, пока изучаем. Пока изучаем. Ой-ой-ой, Супра, Супра, Супра. Мне надо реально первое место, по-другому никак. А еще будет круче, если он сам приедет к какой-то гонке, не второй. И как бы я так понимаю, что в той гонке, прошлой, он сейчас приехал не второй. Он, по-моему, ну, как бы он не мог так отстать резко. Бля, трассу вообще не знаю, реально, сложно. Нихуя ты, черт ебаный, блядь! Не, ну это, пацаны, ну это рестарт, реально, ну какого хуя это? Давайте я также буду их, блин, скидывать. Это вот, ну, как бы, тут я считаю просто, ладно, когда я сам накосячил, да, или врезался в кого-то, или меня развернуло, я тогда, ну, сказал, что я рестарта не буду делать. Но он тут реально просто, ладно, агрессия, окей, окей, блядь. Это что за хуйня, он просто меня реально портанул, блядь. Все, без проблем. Без проблем. Так, этого не пускаем. Это он сам от меня, кстати, это не я его толкаю, реально. Я думаю, что вы почувствовали тоже, ну, как бы там экран темнеет, или что там происходит, когда удар... Бля, какая трасса, блядь, сложная, а? Бля, окей, агрессивно так агрессивно, они сами так захотели. Еду как не пойми кто, потому что трассу не знаю, реально. Пока не могу понять ее. Фу, блядь, я, походу, вообще ни одну трассу, да, не знаю. Так. Ага. Ага. Все, 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 блядь. Супра зеленый, охреневший, блядь, там какой-то чувачок. Так, когда тормозить-то? О, бля, опять эта хуйня, где можно выиграть время. О-о-о, там... Блядь, смотрел, чуть не развернуло Супру. Их там закидывают нормально. Бля, больше аварий надо, чтобы у них там происходило. О-о-о, ебать, вот тут вот... Вот тут вот, да, тут вот можно обосраться мне. Хотя вот такое изобилие поворотов для меня только плюс, потому что они в поворотах реально медленнее, чем я проходят. Ну, практически всегда. Особенно если это какие-то незатяжные повороты. О, прыжок. Так, хорошо. Не, пока, пока все... Блядь. Блядь. Сложненько, сложненько, блядь, трасса сложненько. Так, а я вот только не помню, это последний этап или нет. Ну, один хер мне нужно, чтобы, да, он пришел второй, потому что, судя по всему, он в первой гонке был первый. Во второй гонке он был второй. Сейчас он будет второй, по идее, у нас будет, как бы, тогда у меня есть шанс его выиграть в общем чемпионате. Конечно, четвертая позиция, это пиздец, меня подшатнуло. Бля, смотрите, Супра херачит. А от других, кстати, отстают, я не знаю почему. Так. Ой, какой, бля, какие хитрые повороты на этой трассе, реально. Пиздец. Надо, блин, 7 раз подумать, перед тем, как входить в него. Я вообще в шоке. Очень хитренькая трасса такая. Блин, реально, скоростные повороты. Это немножко не мое, они там реально выигрывают. Тупо за счет даже мощности. Видите, он не отстает от меня. Так, 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 так. Вот сейчас есть шанс выигрывать. Выигрывать. Так.
Ага. Здесь просто аккуратненько. Чуть-чуть режем. Чуть-чуть режем, никто не запрещал. А он там пока свою жопку подкинет. Бля, еще бы его развернул. Не, лучше его, чтобы не развернул. Лучше бы, чтобы Тойоту там развернула эту. Этого нашего спиди-гонщика. Чуть не облажался. Ну, в принципе, и так, конечно, кривенько, но могло быть хуже. Могло быть хуже. Газ в пол. Фу, бля. Давай. Блин, зачем я газ-то приотпустил? Хорошо. Аккуратно. Пятое. Так. Ага. О. Все-таки ошибки. Учусь на своих ошибках. Так. Немножко закиси можно использовать, чтобы оторваться. Ух, какой хороший отрыв начался. Смотрите. Вот это прям хорошо. Чтобы они на прямиках там реально меня не догоняли никак. А то это будет хреново. Ага. Все, отлично. Газ в пол. Закись. Так, последний круг, ребят. Но если я не облажаюсь, а я надеюсь, я не облажаюсь, то все должно быть хорошо. Реально, повороты, пиздец. Отвечаю. Вот этот вообще, он такой смотрится изи, да, вроде, а потом в него входишь и понимаешь, что нихуя изи нет. И они тут выигрывают на этих поворотах. Они прям их лучше проходят. Видите, он меня опять догоняет. Так, ну ладно, главное, что под конец он там отстает. Так. Ага. Ебать, я такой сосредоточенный, реально. То есть тут, понимаете, если в прошлых гонках они были захватывающие, там, на Корвете, там, на Вайпере, потому что мне давали тачку, с которой я не знаком, и как бы... Чуть не запизделся, блин. Пиздец. Сейчас всю подвеску вырвал бы нахуй. Так вот, а здесь как бы реально напряженка. То, что тачку-то я знаю, ее чувствую, это хорошо. То есть как бы по ней вопросов никаких у меня нет вообще. А вот... То, что соперники реально пизже меня в разы, это уже вопрос другой. То есть, вы понимаете, да, я в Б-класс вошел, а как бы то, что надо было тюнить тачку по максимуму, я как бы решил так, знаете, себе сложности добавить. Ну так интереснее, согласитесь, пиздец борьба на самом деле. Прям вообще борьба-борьба. Закись врубаю. Бля, она как будто пробуксовывает на третий, на четвертый. Да. Кого-то так круг догоняю. Бля, может это будет Тойота, блин? Я уже, конечно, не увижу, кто это, но... Буду рассчитывать, что это была Тойота. Но это невозможно, конечно, если он там когда-то не врезался только. Ребят, фух. Очередная победа. Тут, конечно, было полегче, но самое интересное, где все остальные? Ладно, Супра на хвосте висела какое-то время, а где остальные? Почему они так отстали? Абсолютно охуенно, согласен. Так, ну что у нас? Так, еще один этап или нет? Ох, бля, ебать, вот это чемпионатик. Вот это чемпионатик, реально. 4 круга, Suzuki Circuit. Ночью. Узенько. А где я, блядь, сортую? А, ну, в принципе, да. Так, значит, снова его надо не пускать. Бля, его, конечно, пиздануть тоже так, по-хорошему. Но я не хочу реально агрессию проявлять, как бы. Не спортивное поведение, так скажем. Поэтому было бы прикольно наверняка его развернуть. Ладно, пусть едет, реально будет нечестно. Он так меня уже шугается, смотрите, боится меня, боится. Так, Сузука, трасса не самая сложная, это плюс. Ебать, он уезжает просто. А где он был в прошлой гонке-то? Где он был вообще? Чуть Супра на меня на хвосте висела, а он... Так. Бля, я просто, понимаете, хотел за ним повторить, а я понимаю, что у меня как бы эта самая маневренность не такая, как у него. Кто меня толкает там, блядь? Так. Очень мне не хотелось бы, чтобы он выигрывал, но, по-моему, как бы тут уже без шансов, блядь, получается. Ладно, все, я на него не смотрю, не обращаю внимания, смотрю на трассу и пытаюсь ехать хорошо. Просто пытаюсь ехать хорошо, а там будь что будет. Но он, ебать, тут, смотрите, ускорился просто, пирожок, блин, с ягодами. Так, ладно, ладно, чё-то он еще где-то рядышком вроде. Траектория уебанская. Ладно, едем. Так, надо понять, где я его могу догнать, если что, и обогнать. Как его обойти хитренько? Блин, ночью реально сложно, я нихуя не вижу. Еще против света, у меня же свет на меня вот этот вот светит. Так, давай. Догоняю, смотрите, догоняю в поворотах. Сейчас он напрямую едет опять от меня. Попробую ускориться. Блин, вот уебался бы он куда-нибудь, реально, вот, блин, чисто случайно. Это было бы настолько прекрасно. Так, главное сейчас притормозить немножко в этом повороте. Нормально, можно быстрее, кстати. Можно быстрее.
Так, здесь. За ним не повторяю, у него какое-то читерство здесь, блядь, было. Я пытался за ним повторить. Слушайте, ну, примерно я как бы его держу близко относительно. Ну вот, смотрите, как только все, он вырывается, блядь, у него ускорение ебанутое, блядь. Как он со старта пиздохал, так и потом из поворотов выезжает и уезжает пацан просто. Так. Пиздец, как его ловить-то вообще? Как его догонять? Он может хоть немножко ошибиться, блин. Фух. Не хочу я, чтобы он первым финишировал, это реально риск для меня. Потому что если мне нужно реально быть первым... Да, это не надо было сейчас так делать, ну ладно. Так, пацаны, что делать-то? Ай, бля, я думаю, что он не уебется никуда. Шанс просто минимальный, реально. Так. Это я просто пытаюсь примерить варианты. Не думайте, что я вылетел случайно. Это все было специально. Просто я думаю, как этот поворот пройти, чтобы сократить дистанцию с ним. Блин, закись азота вот сейчас юзаю, а в принципе бесполезно. Он и так уезжает от меня. Так. Мне безопаснее реально четвертую врубить и в отсечке, если чем на пятой. На пятой я боюсь обосраться. Блин, он вообще тормозит так заранее. И смотрите, вот сейчас, смотрите, мы выходим из этого поворота, и он уезжает просто от меня, смотрите. Оп! Нажимает газ, блядь, и поехал, пацан, просто. Я ничего не могу сделать, блядь. Вот держу вроде его, вроде так близок, сука, а не могу ничего сделать. И опять, смотрите, просто газульку нажал, и как бы азот мне тоже юзать бесполезно. Я вот сейчас здесь потрачу таким образом, и все. Он заебал меня, а? Сука, близок же, а? Как-то его просто обогнать и не пускать потом. Сейчас будем пробовать что-нибудь. Блять, нахуй я посмотрел на его траекторию. И опять он, сука, выходит и пиздошит по прямой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Воу! Чё? Да ладно! Чего? Что, блядь? Ебать, он лошпед! Вот это вот дурачок в натуре, блядь! Вы видели, что? Какой шанс, что его должно было так размотать вообще? Ебать! Вот за это, пацаны, просто лучшая серия, я отвечаю. Давайте поддержим лайком. Ебать, вот этого мы ждали долго, такой борьбы, понимаете? Я реально как бы... Я реально ехал. Я, ну, как бы... Как это сейчас произошло вовремя? Вот это пацана разболтало, блядь. Все, он сейчас его там все обогнали, я думаю. Так, видимо, с ним то же самое произошло и тогда. Да, блядь, король, блядь. Стритрейсинга. Ребят, ну это охуенно было вообще. Он еще так... Вы тоже, да, смотрели и думаете, блин, размотает, не размотает, размотает, не размотает. И в итоге он, сука, не удержал ее. А-а-а, вот это, блядь, реально крутяк. Просто чувак сейчас себе весь... Представляете, да, в реальной жизни такой чемпионат? То есть у него есть, были сейчас шансы, реально. Скорее всего, он бы выиграл. И просто он от давления, грубо говоря, что я сижу у него на жопе. Пиздец. Так, главное мне сейчас так же тоже не повторить его подвиг. Так, ребят, все, ускоряюсь. Просто пиздец, как? Какой шанс реально этого? Это реально супра, блять, вещи делают. Супра вещи делают. Все? Или нет? Все. Даррен Макнал. У него А-класс 1510. Чё, блядь? Чё? Чё? Блядь, чувак, ну реально, как вообще? Не, ну было видно по его тачке, что он просто упиздохивает вперед. Вот это реально. Ребят, давайте вот реально, вот просто за такое лайки, реально, мне кажется. Так, все, теперь у нас ждет в следующих сериях следующее. Я предлагаю, можно, конечно, Modern B, а можно, конечно, Muscle Car'ы для разнообразия. Muscle Car'ы и драк, например, заценить, потому что как бы тут... Так что, ребят,
Это было охуенно просто. Я надеюсь на вашу поддержку в виде лайков. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.